Еще Валькирия. В Нифльхейме. Надо скорее выбираться из... Свобода. Да, ты свободна. Мои сестры, им выпала та же участь? Да, но мы их спасем. Вы оба смелы. Желаю вам удачи. Вальхалла ждет. Оба? Она меня и не заметила. Последняя. Да. Теперь в Рокстал оф Валкир. Это рядом с двумя статуями грибцов на пути к месту, где мы нашли резец Тамура. Это королева. Она ведь сильна. Сильнее, чем прочие валькирии, с которыми мы сражались. Ну да, мягко говоря. Тогда надо подготовиться. Похоже, вы нашли достаточное эхо. И не погибли? Потрясающе. Синдри, как ты делаешь вещи из тумана? Ты не поверишь, но раньше гномы создавали из тумана настоящие чудеса. Ищи и дальше эхо тумана. Оно мне очень пригодится. Давайте начнем.
плохого не посоветую. Великолепно. Это важно. Счастливого пути!
Бобби! Приятно. Это те доспехи? Вид у них не очень. Можешь их надеть? Нет, она мала мне и слишком древняя. Отнесем ее гному. Готов.
Это то, о чем я думаю? Никчемная броня? Никчемная? Ха, маловер. Эти доспехи носил сам Ивальди. Да, они знавали лучшие времена. Но с помощью эха тумана я их восстановлю. И тогда они будут защищать от проклятия Ивальди. Если в мастерской нет больше ничего ценного, нет смысла здесь оставаться. Ты видел сундуки в центральной комнате? И в глубине тоже полно добра. А еще там три разрыва мира, конечно. Но с ними лучше поосторожнее. Почему? Это же настоящие разрывы в ткани реальности. Хочешь засунуть в них руку? Валяй! Сегодня я художник. Как я всегда говорю, не нравится — не бери.
Нет, серьезно. Будь осторожен с этими разрывами. Чем могу служить? Что-то еще. Где это мы? Вы у входа в мастерскую Ивальди, символа гениальной гномьей изобретательности. Почему здесь так воняет? Мерзость. Да. Ну, это долго рассказывать. Если вкратце, Ивальди полез туда, куда не следовало, и сейчас вы дышите последствиями. Thank you.